Ну что-то у нас это поменьше, что ли, стало? Или все рассосались по этим? Рассосались, Послушайте, следующим номером нашей программы я хочу представить группу, лично мне очень дорогую. Знаю я их очень давно, у меня с ними связана такая история. Мы как-то раз играли на байк-фесте, на каком-то корпоративном, и у меня там случился конфликт с организаторами. Максим, это гитарист этой группы, который будет выступать, очень красиво показывал карате и поддержал меня. В общем, с тех пор я всегда себя чувствую немножко в долгу, на самом деле, перед этими ребятами. Сегодня они исполнят свои лучшие вещи, как мне кажется. И что же, приветствую группа IFK! Виноват, а глупина. Рожден от винта вина. Ветер мать.
русских слова это shit и fuck. Предлагаю вам их тоже запомнить. Ну, это же уроки русского, да? Я неправильно не ошибся, мы сюда приехали. Следующая песня называется «Geisha Teenager». Мы исполняем нашу новую вещь, она называется «Дерись», и призываю к тому, чтобы вы могли защитить себя всегда и везде. Да, да, специально для тебя, Алиса. Нет, это мой выбор, но я готов на вашу подборку.
Take one.
Да, похоже на то. По вашей бурной овации слышно, что вы ее слушали. Ну а сейчас песня, ради которой вы все здесь и собрались, я так понял. Thank you.
коммуны. Действуй, мы живем на сцене, никому не верим. Это сатицина, облом, как империя. Ведь он один, пока не я выбираю. Если пробуй гердиться, буду болеть, вся не шла. Thank you.
Спасибо вам, ребята. Надеюсь, вы получили хороший урок русского языка.